Джоди Пиколт, американская писательница. Существует два способа стать счастливым: улучшить реальность или снизить ожидания. Лжецам нужна хорошая память. Люди меняются, но только если им дают шанс это сделать. Думаю, мы все в долгу перед нашими родителями. Вопрос только, сколько мы им должны? Прошлое может окрашивать будущее, но оно его не определяет. Способность человека переносить трудности похожа на бамбук, он намного гибче, чем кажется на первый взгляд. Невозможно объяснить ребенку, что граница между добром и злом не такая четкая, как между белым и черным, как учат в сказках. Человек – это атмосфера, или ее отсутствие – это то, что ты чувствуешь в его присутствии, и что он чувствует рядом с тобой. Шрамы – карта сокровищ боли, которую прячешь глубоко внутри, чтобы никогда не забыть. Не оглядывайся назад, просто оставь прошлое позади и найди что-то лучшее в будущем. Люди меняются. Даже те, которых ты вроде бы знал, как самого себя. На самом деле ничто так не отражает жизнь, как прошлое. Нельзя ничего начать с чистого листа. Можно только собрать осколки, которые остались от прошлого. В конце концов, ты не обречен, если продолжаешь видеть на противоположном берегу размытые очертания надежды. Человек должен жить, согласно определенным законам, не потому, что за ним следит некий божественный авторитет, а из чувства личной моральной ответственности перед собой и другими. Оказывается, когда взрослеешь, не перестаешь бояться, просто начинаешь бояться других вещей. Извинения с попыткой оправдаться не совсем похожи на извинения. Человек влюбляется в другого за его улыбку, за то, что он заставляет его смеяться, или, как в данном случае, потому что он заставил тебя поверить, что ты единственный, кто может его спасти. Положиться можно лишь на себя, а это довольно хреновый расклад, если ты человек ненадежный. Есть чувства, которые настолько всеобъемлющи, что их нельзя выразить словами. У каждой жизни есть своя мелодия. Если хотите знать мое мнение, музыка – это язык памяти. Иногда мне кажется, что сердце человека – просто полка. На нее многое можно положить, но случается, полка не выдерживает груза, и человеку остается подбирать обломки.
Возможно, жизнь сперва должна хорошенько тебя потрепать, чтобы ты осознал, чего от нее хочешь. Вы удивитесь, насколько далеко может зайти человек, если захочет поверить, что тот, кого он любит, лучше, чем есть на самом деле. Ребенок – это любовь, которую не нужно искать, которой ничего не нужно доказывать, которую не нужно стремиться удержать. Беспокойство сродни креслу качалки. Тебе есть чем заняться, но далеко на нем не уедешь. Когда ты кого-то любишь, то по-другому произносишь его имя, как будто этому имени удобно у тебя во рту. Чтобы узнать, от чего отказываешься, нужно потерять контроль над собой. Иногда мы видим лишь то, что хотим видеть, но не замечаем того, что прямо перед глазами. А иногда мы вообще ничего не видим. Слова, которых вы не произносите, могут подрывать силы не меньше, чем слова, которые вы сказали. Человек непобедим ровно настолько, насколько ничтожны его слабости. Неважно, какими яркими мы хотим видеть своих детей, неважно, какими идеальными мы их представляем, они обязательно нас разочаруют. Оказывается, дети похожи на нас больше, чем нам кажется, такие же несовершенные. Плохие вещи будут происходить всегда. Но чудо состоит в том, что свет всегда побеждает тьму. Каждый раз. Ты можешь поставить свечку в темноте, но не можешь воткнуть темноту в свет. Можно иметь с человеком одну ДНК и не иметь с ним ничего общего. Когда ты не такой, как все, ты перестаешь замечать миллионы людей, готовых принять себя таким, какой ты есть. Все твое внимание приковано к единственному человеку, который принимать тебя таким отказывается. Если у тебя возникают хотя бы сомнения по поводу того, принадлежишь ли ты к группе самых лучших, тогда тебе там не место. Как бы ты быстро ни бегал, от себя не убежишь. Любовь – это когда оглядываешься назад и ничего не хочешь менять. Ничего уже не будет так, как обычно. Можно склеить осколки, но если ты сделал это сам, то в глубине души будешь знать, что вещь уже не целая. Говорят, что в молодости ошибаются все. Но я не думаю, что мы совершаем меньше ошибок, повзрослев. Люди, сидящие на троне, обычно не видят, что написано внизу. Когда открываешь свое сердце, всегда существует риск, что ему причинят боль. У влюбленного человека выбора нет. Тебя просто притягивает к этому человеку магнитом, и неважно,
сулит это тебе счастье или разобьет сердце. Не обязательно падать в воду, чтобы почувствовать, что тонешь. У потерь всегда соленый вкус. Иногда стремление свернуть горы напоминает попытки носить воду решетом. Хранить тайну не значит лгать. Иногда это единственный способ защитить того, кого любишь. Говорят, когда любишь человека, все остальное становится неважно. Но ведь это неправда. Когда ты любишь человека, все остальное становится еще важнее. Жизнь – это не сюжет, жизнь – это детали. В жизни все имеет свои последствия, жизнь без влияния на других невозможна. Грех подобен чернилам, он проникает в человека, окрашивает его, делает его совершенно другим. Его невозможно смыть. Как ни пытайся, прежним никогда не станешь. Если очень сильно любишь человека, никогда не взвалишь ему на плечи груз, который придется нести до конца жизни. Как бы сильно мы ни старались, как бы сильно чего-то не хотели, у некоторых историй не бывает счастливого конца. Нет ничего постоянного. Все может измениться в любую секунду. Джоди Пиколт. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.